Наш южный мост утонул после дождя, который шел сутки. Такого еще не было. Приходим в себя после вчерашней стихии. Уровня воды. Так, всем привет. С вами канал «Хуторянин выходного дня». Наш пруд вышел с берегов, вода пошла на газон. Скоро будут караси. Караси поплавать по газону. У нас уже был один год, когда шел тоже. В августе, когда это было. Шел дождь сутки. Даже больше, наверное. Ну, не знаю, подсыпать, не подсыпать сюда. Землю. Траву тут сеял, все это, конечно. Полезно. Вот так выглядит наш пруд после прошлогоднего копания. Вода большая, максимальный уровень, такого еще не было уровня воды. Там идет канава, по которой еще происходит дополнительное пополнение воды в пруду. Вот появилась у нас мельница на пруду. На выходных натянули вторую теплицу, накрыли пленкой. Была поликарбонатная, пока отказались от поликарбоната, поскольку срок службы его не такой большой, как рекламируют. Или нам просто не повезло. Пройдем по канаве, посмотрим, откуда у нас берется вода. И здесь уже вода вышла. Да, да. Нифига. О, сколько здесь рыбок маленьких. Греются на солнце. Здесь вода быстрее прогревается. И они греются. Карасиков. Вот наш, ух ты, сколько их здесь. Наш еще один мост, второй. Тут уже я сам ее, эту канаву углублял. Здесь у нас была плотина, когда была большая вода, сдерживали поток, поток воды, который идет от соседа. Сейчас пройдем дальше, посмотрим, что там происходит. Только так, осталось чуть-чуть. И вот там уже я копал тоже сам траншею от соседа. Вот здесь тоже у нас была еще одна, вторая плотина, которая во время паводка сдерживала воду. Сейчас уже их открыл, эти плотины. И вот пошла канава от соседа. Здесь копали, сосед копал в том году маленьким эскалаторчиком.
Так, откуда начинается река? Уже мало воды здесь, конечно. Что вчерашний дождь налил, проловил. А здесь сосед в этой весной проводил чистку. Вырубал лозу. Очень, конечно, у него здесь живописно, красиво. Сейчас стало вот здесь уже тоже канавка, которая идет к соседу в грудку. Копали в том году, первый год ее, первая вода в прудке. Вот такая живописная прудка у соседа. Банька стоит, нырялка будет Янчик нырять. Еще вот кусты, которые он вычищал. Здесь гора лежит. То есть наши прудки практически соединены, и можно по ней, по этой канаве, во время половодья подниматься на байдарке соседу на хутор, чтобы не пешком ходить, а ехать на или идти на байдарке. Начало мая, тепла еще совсем нету. Чуть не зимние куртки. Да, закопано бухатиком. Начинают петушки на полях появляться, первые весенние цветы. Такое сообщение между трудами. Вернулись обратно на свой пруд. Примерно площадь, так, примерно 250 метров квадратных вышло после его расширения.
такая небольшая экскурсия по окрестностям. Всем пока. С вами был канал «Хуторянин выходного дня».